А сейчас дадим рэпу. Йоу, группировка «Центр» вместе с легендами «Про». В «Про-новостях» расскажут о скромных райдерах и пончиках, которые каждый концерт трескает известный сладкоежка Птаха. Тоха Воронец знает подробности. Йоу! Так выглядит обыкновенное весеннее обострение. Совместный концерт под таким названием дает группа «Центр» и «Легенды ПРО». В каждом городе есть свои легенды, в каждом городе есть место, что называют «Центром». В зале мечта любой учительницы, просто лес рук. Всех качает биточек и рифма, как и планировалось. Ведь бывалым рэперам залог успешного концерта давно известен. Нельзя нажираться прям с Лени. Вот да, вот это не желают. Нажираться нельзя, потому что... В Питере, помните, нормально. Мы обнялись все, так сделали. И в Питере было круто. Больше мы так не делали. Вот так у рэперов все просто. Да и вообще, среди остальных артистов, представители хип-хопа считаются самыми нетребовательными. Но «Центр» и «Легенды ПРО» бьют тревогу. В их рядах нормальных дворовых пацанов начали появляться позеры. Вся мода пошла на первый класс в самолете, на люкс в гостинице. На первый. Хорошую тачку на первый. Ну, как бы... На первый канал, на первый люкс. Нет, моде на изощренные райдеры, говорит хип-хоп устами «Центра» и «Легенд». Вот, например, в их списке требований пунктов совсем немного. И только самое необходимое для выступления. Сидеть в райдере пончики и есть 4 магнитика. Для чего вам такой набор? Пончики для... Так как... сладкое любите. Я лишь магнитики разглядываешь и пончики. А магнитики о городе, о поездке, как бы картинки, на память, все правильно. На память, даже забываем, пацаны. Эх, ребятушки вы мои родные, не пафосные, сказал бы им Безруков. Продолжаете лить правду матку до подъезда с понятиями воспевать. И сами такие же, из народа. Как говорится, спасибо «Центру» за это. Антон Воронин и Макс Власов, «Про новости».